Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вот так у меня зацвел каланхоэ. Я, конечно, рассчитывала на более пышное цветение. Но пока что каланхоэ цветет вот так. Хотя листьев очень много. И самым цветущим оказался желтенький. Вот его сколько расплодилось, а другие сорта что-то и не цветут. После того, когда я начала поливать свои растения в поддон, они понемножку преобразились. Растут герани, цветение пока еще никакого не намечается, но хотя бы растут. Кроссандра начала отрастать понемножку. Бугенвилия, еще никаких бутончиков нет, но все потихоньку растет. К сожалению, мои растения не только радуют. У меня совершенно не получается с агланемами. Вот эту аглонему я вчера решила пересадить. Она была совсем в маленьком горшочке. Я ее пересаживала вот из этого горшочка и была уверена, что там полно корней. Но там два малюсеньких корешка вообще ни о чем. Такое вот что-то несерьезное. Вот, поэтому я ее посадила в маленький объем. Я там мало земли насыпала на дно горшочка. Вот. Но что-то с агланемами я недопонимаю. У меня есть все-таки подозрение, что я все растения недополивала. Я залила сначала в прошлом году одну агланему, вот эту вот. Здесь было 7 листьев. Потом Альбина мне подсказала, что там у тебя такое несчастное, уши повесила. Я ее перечеренковала. И вот она у меня укореняется, и вот так медленно растет. Один листик она выпустила, но вот, в общем, это очень-очень долгий процесс. И вот эти агланемы крит тоже у меня было много листьев, стало мало. А вот эта тайская после улицы лист за листом отсушивала, и только когда я подсадила к ней традисканцию, этот процесс остановился, и я надеюсь, что она все-таки как-то вырулит, хотя, может быть, не знаю. В общем, с агланемами у меня не очень-то получается. Вот сингониумы растут, и сциндапсус, наконец-таки, вот этот неончик такой хорошенький. Я даже думаю, может быть, его укоренить, вот там что-то поставить ему. Я вынуждена укоренила мотлет, он с корешками. Он у меня стоял 3 недельки в воде и дал хорошие корешочки, потому что ветка выросла такая огромная, что она просто отломилась. Ну, я ее, конечно, переставляла, то есть она не сама отломилась. Вот, и теперь у меня 2 череночка укоренилось. А вот это этот мотлет, от которого эти череночки отломились. Хорошо себя чувствуют у меня только филодендроны. Медуза прям, смотрите, какая блестящая. Такая хорошая, чудесная. С пеперомиями не могу я похвастаться стабильностью. Я только что выбросила здесь один лист почерневший. И меня это очень сильно беспокоит. Как-то я не могу с уверенностью сказать, что я все понимаю. Вот. Стрептокарпусы, ну, такие себе. Полуживые, но они, благодаря вот этому поливу моему в тазике, как-то пришли в себя. Мне очень нравятся хои. Вот эту хою мне то ли подарили, то ли за 5 гривен продали. Я уже не помню, когда я покупала филодендрончик. Ну, смотрите, она была просто череночком воткнутым, причем в большой вот этот вот горшок ее воткнули так череночком. Вот, а я все думала, пересажу в маленький, и руки не дошли, и она даже в большом прижилась. И вот смотрите, ростики выпускает. Я все-таки буду ориентироваться на те растения, которые растут. С агланемами я точно останавливаюсь, а вот филодендроны,
Вот смотрите, какая кубрачка живая. Листик за листиком выпускает, и даже в эту мрачную, в это мрачное время она столько листьев выпускала. И вот понятно, почему она кубрачка. Смотрите, какой у нее черенок. Похож на кубрачку, на капюшон кубры. Вот это вот ктенанта Барба. Я думала, это Барби. Я так ее покупала с таким азартом. Ой, у меня такая Барби вся кружевная. А это оказывается Барба, борода. Вот так. Причем здесь борода? Она вся такая кружевная, девочка-девочка, такая-то ктенанточка. Вот. Но она тоже с переменным успехом. То вот она рустики выпускает, то она засыхает, то опять выпускает рустики. Ну а вот филодендроны более-менее стабильно. Вот. И вот этот Джангл Буги, надеюсь, это он. Медуза вообще красотка в такой темноте, вон какие листики выпускает. Империал Ред тоже похоже, что он выпускает листик. А ведь сегодня первый солнечный денек. До этого все было мрачно. Очень меня радует гемиграфис. Простейшее растение, залить его невозможно. Вместе с гемиграфисом гипоэстас так себя прекрасно чувствует. Это был маленький какой-то череночек. Почему-то в темноте у меня растут листики каланхоя. Но здесь мрак полный, но они растут. Вот эта орхидейка, конечно, я ей восхищаюсь. Такая уже красоточка. Это у меня одно из самых красивых растений. Красавица, прекрасавица. И вовсю цветет гипиаструм. Вот эти новые стрелочки, конечно, я жду с нетерпением, какими же они зацветут. Потому что я покупала желтый, и я очень жду желтый. Вот такие сегодня у меня мои цветочные джунгли. А я всем желаю здоровья и удачи!